Добрый день! Сегодня у нас последний репортаж с нашего поля цветов. И сегодня мы решили, что же можно осенью показать. А вот осенью как раз цветут у нас вторым цветением лилейники. Лилейники мы специально сорвали разные, с разных мест. Их очень много цветет. Ну, чтобы как можно больше показать. И вот много-много цветков у нас. Видите, какая палитра цветения. И кремовые, вот, и оранжевые с красным глазом, и темные, и вот такой вот. Разные-разные цветы вот у нас, все они очень красивые, все очень красивые, и все разного оттенка. Но что особенно отличает осеннее цветение, это вот насыщенность красок. И осеннее уже цветение лилейников хорошо тем, что они свободны от совершенно от всяких посягательств, каких бы то ни было вредителей. Потому что вредители тоже уже пошли спать. И вот посмотри, какие насыщенные, отличные цвета. А вот нижняя совсем не видно. А вот, вот смотрите, какой вот на кремовом фоне. Это цвет Хансена. Аурелия Линдерман, по-моему, даже выговорить что-то не могу. Очень интересный, на кремовом фоне такой фиолетовый глаз. Цветок летом цвел, вот он был среднего размера, а сегодня, вот осенью, размер у них увеличивается. Главное, что осеннее цветение дает не только насыщенные цвета, вот, к примеру, вот этот вот темный цвет. Видишь, какой чернильно-вишневый цвет. Вот. Ну, необычайно. Я сегодня, между прочим, шел-шел и упал. Ну, имеется в виду, упал на него сразу же. То, что у него такой вот насыщенный цвет, летом не бывает таких... Не, бывают такие насыщенные цвета, но осенью это характерно для всех цветов, для всех открывающихся цветков. Нету цветков таких, как бы, немножко недооткрывшихся или прочее. Видишь? И вот я их специально все сорвала, чтобы можно было все цвета и оттенки показать, какие они насыщенные, яркие, чудесные. И если летом цветок, например, 15 сантиметров цветет, то осенью 16-17 цветет сантиметров. И днем вот у нас сегодня градусов, наверное, 25-22. И да, черные цветки, вот такие темные, обычно в жару сворачиваются, не выдерживают. А теперь так не жарко, и они до самого вечера. Вот идешь вечером, уже ночь уже темнеет, а они все цветут и не теряют, не страдают от жары. Да, вы нам все покажите, чтобы мы видели. Да, я вот потихоньку. А то ты крутишь как-то их, то один видно, а второй у меня видно. Все две руки, и я вот стараюсь показать, ну вот, вот если сразу вот потому так. Потому что, знаешь, мы как-то, когда вот летом снимаем по одному цветку, как-то вот непонятно, когда вот они как-то вот вместе все собраны, да? Знаешь, вот как один палец показать, вот он такой, а здесь целый кулак. То есть все, вся их сила, вся их мощь именно вот в разноцветии. То есть форма цветка, цвет. Оттеночки всякие разные. Боже мой, да они просто безумно красивые. А к тому же еще, давай напомним нашим телезрителям, опять же, что сегодня у нас 17 сентября. 17 сентября. Они летом цвели, теперь цветут осенью. Если это все чудо будет цвести на вашей клумбе, то представляете, и летом, и осенью она у вас будет полыхать всеми красками радуги. Неутомимая сорта, это неутомимый цветок в смысле цветения. Если ему дать условия, будет цвести, 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 цвести. А вот осеннее цветение вообще мне вот сколько раз я наблюдаю, нравится. Жара не такая сильная, и цветок очень-очень так себя хорошо чувствует. Мне тоже кажется, что солнце немножко чуть уже помягче, и оно, ну, не так сильно его как бы угнетает. Да, не угнетает, не жжет так сильно. А то вот когда черный вот такой цвет сильно жжет солнце, и прямо аж уже часа в два цветок начинает страдать. Спасибо, Анна Борисовна, за такой красивый рассказ. Спасибо за такие очаровательные цветы. Я уверен, что наши телезрители оценят их и полюбят. А вернее, я думаю, что они уже их любят. Просто, может быть, не у всех в саду они есть. Но у вас есть шанс их приобрести у нас. Пожалуйста, заходите на наш сайт цветок-снк.ру и делайте заказ. Делайте заказ, да. Всем огромное спасибо. И
До 20 сентября мы будем принимать заказы, и до 1 октября вышли. 2018 года. 2018, потому что, да. Потому что делаю поправку, это видео будет долго у нас в интернете. Это видео долго будет, но это осенью 2018 года, и мы решили, теплая погода, решили сделать вторую отправку всем людям. И порадовать наших цветоводов, любимых. Да. Все, всем пока. Всем пока.